Всем привет, с вами Просто Гор, вы на моем канале. По многочисленным просьбам подписчиков проведу обзор внешней моей тачки Opel Insignia 2-литровый турбированный дизельный. Постоянный полный привод. Небольшой обзор. Вот это моя красотка. Цвет черный небесный. Так, вот это под капотом движок 2-литровый, 178 кобыл. Вот это вот турбина, мощная штука, машина вообще зверь. Что тут я вам могу еще рассказать? Это, конечно, аккумулятор, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость, сюда масло гидравлическое заливается, в общем. Вот эти вот фары. Это вообще охренительная штука. Они реагируют, знаете, на что? Когда руль влево поворачиваешь, слева освещает конкретно на расстоянии где-то 5-6 метров. Поворачиваешь налево, налево, в общем, слева освещают. Сейчас я дойду до багажника. Вот это вот багажник вполне такой вместимый. Я не помню, конечно, сколько литров, но больших сумок штук 5-6, я думаю, сюда влезет. Ну, короче, достаточно, вполне достаточно. Тут стоят у меня колонки с буферами. Долбит конкретно. Система Hi-Fi. 12 колонок по машине. Тут у меня огнетушитель, конечно же, и синтуки, водичка, аптечка моя, это необходимая вещь, удочка, я же рыбак, рыбачить люблю, там пару телефончиков, ну и вот это вот моя бита для хулиганов, вы ее уже видели. Тут у меня проход. Короче, ладно, неважно. Там внутри, в общем, запаска, запасное колесо полноразмерное. Тут стоят датчики парковки. Вот они, приближу, вот эти круглые штуки. Сзади 4 датчика, по бокам 2 датчика и спереди. Хотел замутить тонировку круговую, но что-то передумал. Доблестная полиция будет слишком часто останавливать и штрафовать. Решил так без тонировки поездить. Пускай все видят мою наглую морду. Ну, я думаю, ребят, всем все понятно насчет моей тачки. Еще раз повторюсь, а то много вопросов задают. Какая, Гор, у тебя машина? Какая комплектация?
Еще раз повторюсь, в общем, у меня Opel Insignia 2-литровый с турбонаддувом, дизельный и постоянный полный привод, 178 кобыл со спорт-режимом. Это четкая вещь. Всем счастливо, с вами был Просто Гор. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Вот эту херню не обязательно ставить, точнее не нужно. Всем удачи!